Доброе утро! Сегодня у нас что, суббота? Мы завтракаем. У нас с Гришей была яичница с помидорами, а Фоньке любимый завтрак. Это каша с малинкой. И Антошке тоже. Видишь, как она интересна, да? Она не иней получился, да? Сегодня буду закатывать персики, а то они уже начали портиться. Но пока возьму один. Вот эти вот с деревьев, вот эти нападанные, вот они быстрее портятся. Сегодня нужно быстренько с них что-то придумать. С родителями докопали картошку, вот, с двух рядков. Четыре. Двух рядков. А сколько было? Две тачечки, мама сказала. И сколько ведер, даже что-то я не помню. Или 8, или 4, не знаю. Что-то тут на 8 не похоже. Вот. И мы ее не будем никуда закладывать на хранение. Будем просто ее кушать. Родители картошку докопали. Мне теперь осталось только вынести вот с двух рядов траву. Они были как раз самые заросшие, эти два ряда. Сейчас буду выносить амброзию. Смотрит раз, но пытается набросить. Это Гриша про лягушку рассказывает, да? Да, но мы со словом вчера нападали. Идем теперь на речку посмотрим, какая там красота. А там еще и лягушки живут. Да. В этом году папа же говорил вчера, что много раз. Угу. Мама, когда у нас такой день жаркий? В этом году всему жарко, даже вон тыква. Бедненькая, несмотря на то, что ее поливают, она жарится на солнце, и ее тут сильно она не плетется. Да, кукуруза одна, не знаю, семечко, наверное, птички выронили. Так, Гриша приехал вечер, уже у нас 6 часов, на куда? На физкультуру, да? Все равно учительница опоздает. Откуда ты знаешь? И опять, наверное, будет, как всегда, три человека. Гриша, Кирилл и Арманда. Впрочем, ничего нового. Да. Ну, посмотрим, может, еще кто-то придет. Остановились, тут вот машины не ставить. Выезд написано. Закрывают. Что? А потому что в магазин все останавливаются. Вот. Так, все. Подожди. Гриша, как всегда, там собирается. Я так все время сидел в футбол играл. Да, ага, вот именно. Зачем идти тогда... Ну, заниматься, я да? Так хорошо футбол. Ты и так хорошо футбол на телефоне, да? Давай засовывайся. Гриш, ну не надо так запихивать, возьми ее в руку. А. Ладно, пока. Все, люблю. Будем арбуз есть, клево. Он так охладился в холодильнике. Я-я-яй. Как тебе, Афонь? Холодный. Холодный? Жду Гришку. Вот сейчас 7:56. В прошлый раз он в 8:03, по-моему, пришел. В общем, сейчас его подожду. И поедем домой. Не знаю, поедем мы сегодня на Уху до Фастовых или нет. Вот, возле знака. Краснодар вперед, Красносельская, Единская налево. Григорий идет. Здрасте. Я же вспомнила, что я-то с собой карточку взяла, так что можем в магазин зайти. Поехали. Так, мы с Григорием заехали в магазин, накупили тут всякой гадости. Потому что Гриша хочет посмотреть фильм, да? Да. Сейчас у меня тут играет. С трактором.